честь Дня столицы стартовал 6-й международный фестиваль духовных оркестров «Астана Самала». Торжественное открытие состоялось на городской площади. В исполнении участников фестиваля прозвучали известные произведения джазовой, народной и эстрадной музыки. Отмечу, что в этом году в конкурсе участвуют не только казахстанские, но и российские коллективы. Нас пригласили любезно на этот фестиваль. Замечательный, я думаю, будет фестиваль. Еще бы была погода была бы, для того, чтобы мы все очень хорошо выступили. Мы будем показывать то, что умеем мы. Посмотрим, что здесь будут показывать другие оркестры. Фестиваль, собственно, для этого и существует. Не для соревнования, а именно для сотрудничества. Посмотреть, кто чем живет, кто чем дышит.